Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как правильно ухаживать за ушами кокер-спаниеля. Главным украшением английского кокер-спаниеля можно считать его длинные уши. Но чтобы уши были достоинством собаки, а не большим недостатком, хозяевам необходимо тщательно и регулярно за ними ухаживать. Чтобы уши были чистыми, важно проводить процедуру расчесывания, во время которой необходимо вычесывать грязь с наружной и внутренней поверхности ушной раковины. Если хозяева не уделяют достаточно времени для ухода за ушами кокера, в них появляются колтуны, после удаления которых остается след на шерсти собаки. Красивые уши кокер-спаниеля выполняют не только декоративную функцию, но и защитную, то есть препятствуют попаданию пыли и грязи в ушной канал. Однако именно длинная и неухоженная шерсть на ухе засоряет его, закрывая слуховой канал от доступа воздуха. Стрижка шерсти на внутренней стороне и основании ушей позволяет предотвратить такие последствия и является главным требованием ухода за кокер-спаниелем. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Чтобы не допустить воспаления, которое может возникнуть по причине скопления серы в ушах или из-за паразитов, уши вашему любимцу необходимо чистить регулярно. Еженедельно нужно очищать ушные раковины ватным тампоном, а слуховой канал пинцетом или палочкой с марлевым тампоном. Длинные уши кокер-спаниеля, а особенно кончики ушей, очень часто загрязняются после прогулки и еды. Для очистки рекомендуется вытереть их тряпочкой и хорошо расчесать. При плохом уходе за кончиками ушей на них скапливаются комочки грязи, а шерсть скатывается, что приводит к покраснению кожи и появлению трещин и воспалений. Внимание, забота и любовь способны сделать из спаниелей преданных компаньонов и защитников. От хозяина требуется правильный уход и любовь к своему питомцу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.